Владимир Путин поручил Министерству внутренних дел России выяснить все обстоятельства нападения на правозащитников и журналистов Ингушетии, а также дать правовую оценку произошедшему. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. В среду вечером неизвестные в масках блокировали автомобиль, в котором вместе с репортерами из России, Швеции и Норвегии находились правозащитники. Людей избили, у них отобрали мобильные телефоны, машину сожгли. Четверым пострадавшим понадобилась медицинская помощь. Позже в Карабулаке было совершено нападение на квартиру, которую снимали правозащитники. Расследование дела взял под личный контроль глава МВД Владимир Колокольцев. Он приказал принять все меры для задержания нападавших. Ранее пресс-секретарь президента назвал случившееся возмутительным хулиганством. Это абсолютно неприемлемо, и мы рассчитываем, что правоохранительные органы республики примут самые действенные меры для поиска и нахождения виновных в этом нападении, с тем, чтобы должным образом обеспечить безопасность и правозащитников, и представителей СМИ.